Итак, мы попробовали запустить несколько программ, уже установленных в нашем Linux. Однако, скорее всего, когда-нибудь вам потребуется установить что-нибудь новое. Давайте научимся это делать разными способами. Итак, один из самых простых способов – это найти нужную нам программу, например, Skype, прямо через браузер. Заходим на официальный сайт программы и скачиваем установочный файл. Часто для скачивания нужно выбрать версию Linux, которая у вас установлена. У меня, например, это Ubuntu 12.04. Скачиваю файл и дожидаюсь, когда он загрузится. Откроем скачанный файл в папке и дважды щелкнем по нему или выделим и нажмем Enter. Теперь должна запуститься программа установки. Давайте дождемся, когда она запустится. Итак, программа установки запустилась. Здесь мы видим небольшое превью, как будет выглядеть Skype после установки, и разную информацию, например, сколько места займет он на нашем диске. Чтобы запустить процесс установки, нажимаем Install. Чтобы установить что-то на наш Linux, нужно вводить пароль. Пароль моего пользователя, цифры от 1 до 8. После этого запускается процесс установки. Вот пароль — это дополнительная защита вас от установки всякого вредоносного ПО, например, вирусов. Программа установки Skype успешно завершена. Теперь мы можем найти его, например, в панели быстрого запуска. Вводим в поиск слово Skype и видим наше приложение. Теперь можно ввести наше имя и пароль и зайти в Skype. Кроме того, мы видим, что он появился в панели быстрого запуска. Здесь можно выбрать меню Log to Launcher. Тогда даже если мы закроем Skype и все программы, то его иконка останется на панели быстрого запуска, и мы сможем быстро запускать его отсюда. Если же нам Skype не нужен, то мы можем убрать эту галочку, и тогда он выводиться сюда не будет.